have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами находимся в какой-то хибаре. Тут еще люди, и нам страшно. Это Рейк. Кто играл в игрушку, тот помнит. Кто не играл, тому, наверное, следовало бы глянуть. Но сейчас вы уже здесь. Блин, я подобрал рацию. Я не понимаю, что происходит. Закройте двери, вы что делаете вообще, олени? Тут ходит какая-то фигня. Я пытаюсь найти ваш домик. Я просто в полной темноте. Хожу один. Я, кстати, тоже начал на улице, но буквально через пару секунд нашел дом. О, я нашел дом. Пустите, пожалуйста. Блин. Радар говорит, что Рейк близко по звуку. Помоги! Откройте! Откройте! Он здесь! Блин, он на крыше. А он здесь! Идите вы нафиг! Спасите! Спасите меня! Он остался в домике? Я не знаю! А, он прямо здесь за мной! Блин, он меня бьет! Беги! Ай! Черт! Черт! Почему тут нету лобби? Почему я опять начинаю в лесу? Какого фига вообще происходит? Здесь можно выбраться? Кого-то слышал. Я просто взял рацию. Оно там! Он тут! Он в домике! Он гонится за мной! Я в мире! Блин! Костынь! Ребят! Тебя съели! Я точка, я вовсе не медведь! Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Страшно, да. Очень страшно. Я, кажется, вижу человека. Чебурека видишь? Да, он космический человек. У него космические волосы и космические футболки. Супер. А как я? Блин, я в своем же скине! Оу, это прикольно. Просто все такое темное, серое. Я думал, что... О, блин, конец карты. Почему здесь невидимая стена? Выпустите меня, хочу домой. Я слышу что-то странное. Кстати, фонарь нифига не помогает. То есть то, что я вижу... Что это было? В общем-то... Нам надо встретиться в домике. А я теперь уже в жизни этот домик не... Ой, блин, тут какая-то башня. Я же его нашел. Ты его не нашел, ты на него наткнулся. Ты просто шел в каком-то направлении. Мне страшно. Я слышу какие-то звуки все ближе и ближе. Я приближаюсь к ним. Ой, я вижу что-то. Блин, оно что-то шипит тут прямо у меня рядом. Он кого-то съел. Я возле электрической станции. Возле башни? Нет, не возле башни. О! Это... Электричество восстановлено. Домик! Я не могу найти домик. Спасите. Где домик? Я должен наткнуться на него. Конец карты. Мне что-то страшно. Блин. А я не могу попасть внутрь. Блин. А, это магазин! Нафиг мне магазин! Блин, тут еще и камера. Угу. Это явно что-то не то. Магазин полезная штука. А как мне в него заходить, кстати? Ну, можно только когда раунд закончится, и мы... А когда раунд закончится, если мы респаунимся? Нужно активировать какие-то подвижки. Ой, я нашел металлолом. Плюс 35 металлолома. Крутяк. Я так понимаю, фонарик меня выдает, да? Ой, я нашел магазин. Ты в магазине? Да. Стой. Я сейчас подойду. Я возле входа в магазин. Я выключу фонарик, потому что меня может заметить Рейк. Я вообще без фонарика хожу. Вот магазин. Веришь, что это магазин, а не домик? Ну, было написано. О, привет. Здрасте. Пойдем? Да. Вы
ключи! Спасибо. Я нифига не вижу. Так все видно. Беги, он беги. Здесь! Он тут! Что нафиг? С тобой пока не вернулся. Я не знаю. Блин, музыка за... Да, он за мной! Я тебе фонариком ослеплю, как в ДБДшке, короче. Не делай это. Я спасу. А, нет, уже не спасу. Я почему не себя, как в ДБДшке, короче? Берешь фонариком в лицо злодею, светишь, он... Да хорош, понял я тебя, понял. Давай, убирай свою рожу. Все. О, день. Я вижу магазин. Мне хорошо, я могу что-то купить тут. Уже день. Я хочу что-то купить в магазине, дайте. У тебя день или нет? У меня день. А, все, ночь закончилась, ты не выжил. Минус 25 поинтов. У меня 11 поинтов. Я не могу купить радар. У меня 7. Мне нужно купить радар или компас. Тебе тоже следовало бы купить компас. Здрасте. А. Не хватает поинтов. Слушай, может пойдем домик найдем, пока утро? Я не уверен, что это так работает, но пойдем. Пойдем. О, у парня карта есть. Ну ладно, почку на парня. Так. О, я вижу вышку. Пошли на вышку. Возле вышки я тоже ходил. Ай, на нее можно было забраться, ты серьезно? Я этого не заметил. Я был прямо здесь. Давай, лезь. Реалистично. Слушай, мы же тут до утра посидим, а? Мы и так в утре уже. Обзирательная вышка, так. Не нажимай на эту штуку. Ну нафига нам сейчас свет? Ты просто потратил электричество. И теперь ночью, походу, мы не сможем ничего видеть. Сможем, сможем. Ладно. Так, у парня радар есть. Если будет приближаться рейд, то надо включить свет, чтобы... Он обратил на нас внимание, тогда моя безопасность всех. Мне нравится мой план. Спасибо, ты выключил это. Что ж, ждем ночи. А мы здесь же начнем или нас опять разбросают? Здесь начнем, потому что мы идем. Хорошо, согласен. Смотри, мы можем либо найти домик где-то там, либо мы можем... Домик небезопасен, в прошлый раз он вломился в домик. Ну да. Но он же еще умеет лазить по лестнице. Умеет. Умеет. А у меня есть пятка, которая познакомится с его лбом, как только он здесь окажется. А если он съест свою пятку? Ты же потом будешь половинчатым оладушком. Съест свою ложку. Блин, ночь. Что? Скоро или поздно мы с помощью таких штук сможем найти Рейка. А, фух ты, блин. Чувак, залез, я испугался. Найти. Чем мы его ловить будем? В игре были капканы. У нас есть парень с расой, парень с радаром. И еще парень с картой. Где парень с капканами? Где парень с дробовиком? Где парень с базукой? Вот что мне интересно. Ну, эти штуки слишком дорогие. Ой, он к нам приближается в чаты. А, нет. Ты включил? Да. Не выключай. Вот здесь. Не бойся ты, не достанет он нас. Можно же просто взять и смотреть вниз. Все. Ой, я вижу даже его. Я вижу толстый бот. Вон он. Я его вижу. Что хватит? Да слезть не хочешь, блин? О, он живой. Не знаю как. Ты убежал? Я упал с вышки, да. Я тоже упал с вышки, я потерял немножко хпшек. Я почти всю хпшку потерял. Ёй. Мне страшно. Но она восстанавливается, кстати. Мне страшно. Где мой фонарик? Я не знаю, я просто хочу найти домик. А-а-а! Ой, близко. Блин, где мой фонарик? Мне просто хочется... Ну, я нашел этот магазин. Да, это магазин. Блин.
О, мне фонарик дали наконец. Минуточку, у меня что, фонарик исчезает, когда у меня меньше жизни, чем это? Думаете, мне он типа уже... Да заткнись ты. Блин, а вдруг... А вдруг он... Power outage, прикольно. А вдруг он вот этим криком сканирует себе... Он бежит за нами! Ну-ка, пошел нафиг! Пошел нафиг! Слышишь его, а не меня! Съел. Макса Прон съел. И тебя съел. Я думаю, вот если он этим криком, он пытается типа выяснить, где мы. То есть у него эхолокация какая-то или что-то такое. Я на самом деле не помню, какая была основная фишка Рейка. Мне страшно. Я скоро обоссусь. Вон, возьми подгузничек. Ой, я нашел колодец. Интересно, а можешь дождаться Рейка и скинуть его прямо в колодец глубокий? Блин, чувак. Ой, я нашел домик. Убери, я нашел домик. Убери фонарь, тебя видно за 3 километра. Я нашел домик. Круто. Я не знаю, где ты, у меня нет карты, у меня нет компаса, у меня нет ничего. Тут ходит какой-то чувак с ушами, светит фонариком. Если что, его сожрут, я посмотрю со стороны. Так, мы не можем закрыть дверь, потому что у нас немножко так света и нету. Электричества нет, надо вернуться на вышку и включить электричество. Если я найду вышку, я сейчас залезу. О, он тут, он тут, он залез в домик, пшел нафиг, отстань. Так, я слышу эти звуки, я пойду в другую сторону. Мне это не надо. Опа, электричество. Где я? А это что такое? О, подача электричества. Где я? Я потерялся. Мне страшно, неуютно. За мной кто-то гонится, у меня есть только одна раса. Блин, он тут. Я вас так же слышу. Ой, он убавит. Электричество восстановлено. Блин, он за мной гонится, иди нафиг от меня. К черту, к черту, к черту. Ты меня не видишь. Не смотри назад, просто беги. Зато мы электричество установили. Так, теперь самое главное просто найти домик. А что, в домике можешь запереться, да? Да. А я что слышу? Пошел он нафиг! Он был рядом со мной. Почему из 3 человек ты погнался именно за мной? Рахита ты кусок. О, что это такое? Ты нашел домик? Нет, какой-то... Ангар? Ангар? А Бейскэмп! Бейскэмп! О, мне какую-то ачивку за это дали. Тут какие-то ребята тусят. У вас кофеечек, у вас все хорошо, я смотрю, да? Привет. Так, а что за... Это просто какой-то, ну, типа... Я просто сейчас пытаюсь найти кого-то по рации, но никто не отвечает, понимаешь? Мне страшно. Здесь много чего интересного. Какие-то разбросанные объекты по карте, по локе, которые, ну, потихонечку изучаешь. Я, кажется, вижу ангар. Да? Подходи. Я в ангаре. В Дангаре. Привет. Здрасте. Выруби фонарь. Понимаешь, я только что... Смотри, у меня есть рация. Рацию ты в домике взял? Да. Ага. И я уже написал бимбу. Смотри на этих... Смотри на этих чертов. Такой с кружечкой. Макс Про, чувак, это разве не тебя убили тогда? Да не бойся ты, ага. Не бежи куда угодно, понимаешь? Ты это, shift лишний раз не используй, и пригодится. Ой, сейчас О. Можно уже бояться. У кого радар? Нету ни у кого радара, блин. Тварь там. Ой, знаешь, пока... Вон в той стороне, куда у меня фонарик светил, вон там. Он вон там. Да, он там. Я там видел где-то вдали
беленькие головки. Слушай, а может просто будем рядом с этим парнем, у которого кружечка кофе? Будем, если что, просто попьем кофеечку. Да. Ну это просто следовать за этим парнем, у которого есть кофе. Кофе всех нас спасет. Да. Да заткнись, чувак, охрипнешь так орать, блин. Иди нафиг. Слушай, я тут подумала, что если попытаться пойти в лес? Кто в лес, а кто по грибы. Ну пойдем, если хочешь, идем. Боже. Пошли. Лимпис морро. Чувак, как можно... Ну, блин, ладно, возможно, это что-то значит. Лимпис морро. Знаешь, возможно, это очень плохой и тупой поступок. Скорее всего, во всех фильмах так... Да, знаешь, как говорится, идемте в лес. Популярные последние слова. Ну, атмосферочка здесь, конечно, гнетущая. Убери фонарь нафиг. Знаешь, все, что нам нужно, это просто найти домик. All you need is love. Надо просто найти домик, запомни. Так, электричество мы восстановили, но может он его уже опять разломал, я не помню. Да заткнись ты, блин, орать там. Чем? Иногда тут настолько темно, то что мне приходится иногда включать фонарь. О! Слушай, может пойдем назад? Эти звуки оттуда были. Что-то резко перехотелось идти в ту сторону. Да, ну нафиг. Просто пошли обратно к чуваку кофе. Слушай, мы, кажется, потерялись. Не-не-не, все пучком. Там это там, здесь это здесь. Видишь, мы не потерялись. Мы пережили! Ух! Мы смогли. Интересно, то, что один раз убили всего лишь, это засчитывается или нет? Я не знаю. Слушай, может, мы просто пойдем... А, you did not survive. Ты не выжил. Да, значит, нельзя вообще, чтобы тебя ни разу убивали. Вот, хорошо, ребятки, стойте. Тогда давайте, наверное, давайте мы на этом-то сегодняшнюю серию закончим. В принципе, очень интересный, очень прикольный режим. Вот, так что мы вам можем его смело рекомендовать. Здесь классно, здесь хорошо, здесь страшно. Вот, а мы с вами увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.